Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Samsung Galaxy F22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как поменять тему на этом телефоне. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки. В настройках видим темы и нажимаем сюда. После чего попадаем в приложение Samsung Themes или Galaxy Themes, оно по-разному называется. Точнее, не по-разному называется, я его по-разному называю. После чего здесь ищем бесплатные темы и видим огромное количество бесплатных тем. Мы нажимаем на одну из них, нажимаем «Загрузить». После этого возвращаемся, нажимаем слева снизу на три полоски, нажимаем «Материалы». Видим все загруженные темы на нашем телефоне, нажимаем на одну из тем, которую мы хотели бы поставить, и нажимаем «Применить». После чего у нас начинается применение данной темы, после чего, соответственно, тема была изменена. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!